Тяжелое утро, утро. Мертвяк на ванной, в час пик на работу, да. В час пик обратно, ближе к полуночи начинается мутация, да. Энергия и силы куда-то испаряются, ползком до постели. Мой мягкий гроб, я вампир сновидений. Я сонный бог, я живу с нами, цветными и яркими, всякими разными, хорошими и гадкими, серьезное порно, да. И детская сказка, ужас ужасный, и приключения в любых стилях и направлениях. Я существую в сновидениях, самое лучшее время суток, когда не надо ничего делать, когда лежишь рядом с любимой, а параллельно с друзьями пьешь пиво, когда засыпаешь в убогой квартире, где с потолка льется грязью вода, а через пару минут ты хозяин не то чудо замка, не то дворца. Странно, конечно, но когда ты проснешься, утро будет таким же ужасным, но ты посмотришь в глаза любимый, забудешь тут сон и улыбнешься. Сновидения во сне идут сигналы извне, получая ответ на них, как не знаем, не хотим понять, в чем их смысл. Погружаясь все глубже в мир грез, мы боимся принимать сны всерьез. Сновидения во сне идут сигналы извне, получая ответ на них, как не знаем, не хотим понять, в чем их смысл. Погружаясь все глубже в мир грез, мы боимся принимать сны всерьез. Закончился день, наступает ночь, ее тень такая, как вчера, точь в точь. Ночи похожи, как близнецы, но только каждый раз разные в них будут сны. Черно-белые, цветные, разные обычные сны и непонятные. Загадка природы до сих пор не разгадана, откуда в наш мозг поступают сигналы. Преображаясь в эти видения, как влияют они на твое поведение, где подсознание врезается в память, и в чем их суть непонятна. И странно, жизненно важно в них разобраться или не очень, ну ладно. Я вижу разговор об этом, сон только сон и не более чем. Сновидения во сне идут сигналы извне, получая ответ на них, как не знаем, не хотим понять, в чем их смысл. Погружаясь все глубже в мир грез, мы боимся принимать сны всерьез. Сновидения во сне идут сигналы извне, получая ответ на них, как не знаем, не хотим понять, в чем их смысл. Погружаясь все глубже в мир грез, мы боимся принимать сны всерьез. Мы существуем в двух фазах бодрствования и сновидения, бродим как привидение утром, как тени днем, живем ночью во сне. Лично мне видится там идеальный мир, кумира можно встретить только там, лишь там она единственная. Одна, каждый день жду, не дождусь, пока подушки коснусь и усну. Попаду в объятия сна, порву рот Фредди Крюгеру и получу сигнал положительный, которого так ждал давно. Я вижу свет, я снова наивен, снова мне 12 лет, шанс разобраться мне в себе. Хочу остаться во сне, не просыпаться вообще. Кто придумал пробуждение? Сновидения во сне идут сигналы извне, получая отвечать на них, как не знаем, не хотим понять, в чем их смысл. Погружаясь все глубже в мир грез, мы боимся принимать сны всерьез. Сновидения во сне идут сигналы извне, получая отвечать на них, как не знаем, не хотим понять, в чем их смысл. Погружаясь все глубже в мир грез, мы боимся принимать сны всерьез.